Слушайте, заскучал я тут без вас. А, вот все надо говорить, да? Тут такие события, слушайте, как не приду в зал. Известная нам персона. Все с какими-то совсем уж молодыми людьми. Чего у него за направление пошло? Что не клиент, то... Педофитнес. Ну вот, собственно-то, и все дела. Требует молочной продукции с меня, как будто я ему чем-то обязан. Я, конечно, ему обязан. Всем обязан. Да ладно. За полцены предлагаю, не берет. Жадный. Жадный это ты, потому что списанную продукцию за полцены предлагаешь. Не списанную, еще 5 дней ей жизни. Неважно. Ее просто сиротам магазин. Надо помогать сиротам. А сироты что ли? А что, нет что ли? По виду, ну, нет, есть проблемы. Есть проблемы, да. Когда рос, немножко не дорос. Да. А так, в принципе, не сироты. А так нажрался капусты, вон, смотри, пузо вперед. Да, есть такое дело. Олег Петрович, чувствую себя прекрасно под руководством Александра Геннадьевича. Вы еще пишете? Под его чутким руководством. Вот выгляжу как стройно. Да что вы там снимаете мои кеды? Все, хватит.